Доброго времени суток, дорогие друзья. Жабахут и растунадам байрают хепаттар на незнамошт хашавай орфагундут катфандедар. Себя не показываю, ребята, потому что, ну, не люблю я вот эту вот тему, да, показывать лицо свое. Кто меня по голосу знает, знает, что я не первый раз делаю видеоролики и всегда остаюсь за кадром, да, это как бы, будем считать, что я не фотогигиеничен. Вот. По сути, я хочу обратиться ко всем админам, да, в республике, ну, ко всем админам, кто является осетином и у кого на самом деле так же болит душа, как и у меня, по тому поводу, о котором я сейчас, собственно, здесь и скажу. Мевсимарта, больше я сейчас обращаюсь к ребятам, к сыновьям осетинского народа, вот именно вот лапутам, молодой лапутам, фасивадма. Ртака канен обращений. Мевсимарта. Нацист на дан из нацист на дан. Я люблю все народы. Я люблю все народы. Люблю, когда мы с уважением относимся друг к другу. Люблю, когда мы ездим кому-то, показываем свою культуру, показываем себя, какие мы, знаете, ну, сдержанные, скромные, обаятельные, красивые, да, чтобы вот именно мы такое впечатление оставляли везде, где бы мы ни были, да. Но мы хотим того же именно от наших гостей, которые у нас которые у нас проводят время, приезжают к нам. И хотелось бы, чтобы и они вели себя достойно и с уважением, да, чего вот в последнее время я не замечаю. Шимафанды заган мевсимарта мамахута. Манетта моя ничьюна. Насыхакта нам шавенч олрдгей. Насыхакта на масахи вжар дарнч. Тенге вжар. На чежет иманен хоссенч. На хот иман барутай. Мама на хам чидар кур башава. Кашайдар на. Мана насыхактай. Махам яхьявта кудара. Мана нам, ну не знаю, на кучет има кухоса. Вот это считай, что мана дахажар маднер башадина и в соседней комнате. Это наивысшее неуважение. И как вам сказать, это не то, что наивысшее неуважение, да, это вот прикинь, да, вот такой вот, прикинь, мимо тебя там проходят, или там ты видишь, как вот они с осетинками там, я не знаю, сахи, дарнч, да, вызывающие, выпили. У себя дома они себя так не ведут, они не могут этого себе позволить, понимаешь, потому что их сразу же приведут в порядок, в чувство, да? А здесь такое ощущение, как будто бы они в упор никого не видят, понимаете? И так дело не пойдет, вообще не пойдет. Это наш дом, на Аюна Зах, на Баста, на Райгурам Баста, на Федалтанынчи Кайрбо Нуахтуй, на Федалтанынай Нуахтуй, Мохтая Пумен Уважам, на Сывалаттана, Машама Уважам, Шамайнен Мана именно на Кабулт, Райгурам Бастана, на Кабулт Зах, на Кабулт Хажарана, Манохам Шадартава, Ордам Шавенчмана, на Кучитима, Хосенч, Нозенч, Сахич Дархозат, Доренч, Охам Зунес, Охам Дам, ну, я не знаю, у меня сколько раз вот бывало на моменты, никогда в жизни не пройду мимо. Чего бы мне это ни стоило, я еще раз повторяю, не призываю никого, ни к какому-то там, я не знаю, да, какой-то войне, какой-то агрессии проявлять. Нет, мы культурные люди, мы приличные люди, да. Это наша республика, это наш дом, наша земля, святая земля. И наши братья сегодня погибают на СВО, ценой собственных жизней они защищают интересы российского государства, понимаете? И мы, те, кто здесь остались, а те, кто включают музыку и здесь газуют, вун-вун, туда-сюда, очки оденут, вот вам, к вам обращаюсь. Ребята, шаунчвин вахажорма, мавин вахотима хосынч, офтаяи заган, ума махалы ерун, чизгдар, мохан нахоу, барутай, коханай крайдаям, ватчавтараваджини манахоу. И ты видишь, как где-то, ну, там, ты видишь какое-то, да, неприличное,
неподобающее, да, то есть, ну, непривычное какое-то, например, поведение, да, того или иного, там, я не знаю, гражданина, на, подходим, образовывайтесь по 5, по 10 человек, выходите на прогулку, не надо проявлять агрессию, нужно прилично объяснять, дружище, да, ты вот кто по нации, да, такой-то, такой-то, родной мой, когда мы куда-то едем, да, ведем себя максимум прилично, да, и то, что вы сейчас вот здесь вот себе позволяете, да, это есть большое неуважение. Не уважать себя мы никому не позволим. Поэтому мы вот хотим объяснить вам, что вот такое вот, вот то, как вы себя ведете, то, как вы за девочками здесь бегаете, то, как вы там, я не знаю, в упор никого не видите, так не пойдет. Вот. Возьмите себя в руки, короче, да, и ведите себя как кавказские пацаны, как кавказские мужчины, да, не позволяйте себе лишнего. Почему? Потому что получается так, что вы нас в упор не видите, и за нашими сестрами, у нас же дома здесь ходите, бегаете, вы к нам приехали в гости, зачем? Искать здесь, я не знаю, там развлечение какое-то непотребное. Какое-то, я не знаю, ну, неприемлемое, да, неприемлемое для нас. Что вы гадите у нас в республике, почему вы этот разврат здесь распространяете, да? Если она даже такая-такая, ты сюда приехал, нужду свою исправить или что? Ну, на самом деле, куду автокавы, журен. Если мы сейчас не начнем этим заниматься, если мы не будем призывать к ответу, ребята, это стыдно, барутай. Вот, мана лох, кудвае лох, на оху дымока, рбож дыста мада, в упор дыр, научи ман, дас, я не знаю, как, даса хогима, да, двоеродной хуима, каима дыр, ну, ерунчас гима, в конце концов, на, масахом, мадуаку нам баруй, на, мадавают каражи сорам, мано хам лапута, мано миртан, вотчинан, мадавают лапута, каражи сорам,